Доброго времени суток, уважаемые гости, подписчики канала «Записки Мастерия». На обзоре 40-й выпуск коллекции «Моя страна. Собери карту России» от компании «Ашет». Открываем пакетик и знакомимся с содержимым этого выпуска. Здесь у нас такой вот олененок в упряжке на подставке. Ну, конечно же, сам журнальчик. Что нас ждет в этом выпуске? А в этом выпуске Беринговое море, главные нарзанные ванны и морской еж. Так, содержание этого выпуска и анонс 41 номера. Там будет фигурка оленей упряжки, часть вторая с подставкой. То есть здесь будет такой водитель оленей упряжки. Так. Рубрика «Россия. История. Современность». Беринговое море. Это самое большое и глубокое из морей, омывающих Россию. Находится на северо-востоке. Именно по его акватории проходит граница между Россией и США. Какое-то русское название Калана – морской бобр. Потому и Беринговое море раньше называлось Бобровым. Вот как. Это вот Витус Беринг, датчанин, но всю свою жизнь посвятил России. Касатка. Это вот крылатка, такая вот тюлень крылатый. Вокруг ее рта больше 40 вибрисусов, которые помогают обнаруживать еду. О как. Секрет изотчества. Главные нарзанные ванны. В городе Кисловодске на Кавказе есть удивительное здание, похожее на дворец какого-нибудь индийского шаха. Какие вон лесенки тут. На стенах из желтого камня светятся узоры из синих керамических плиток. Да, правда, дворец. Чудеса природы. Морской еж. Морские ежи относятся к типу иглокожих, не похожих ни на каких и других представителей животного мира. Это очень древние существа, появившиеся в морях около 500 миллионов лет назад. Вот такой морской еж. Морской еж может шагать по дну на своих иголках. Всякие разные ежи есть. Такие. Рубрика «Диво дивная». Музей «Вселенная воды». Вода проделывает длинный путь, чтобы попасть из реки, озера или ручья в наши дома. Совершить путешествие вместе с ней можно в музее Санкт-Петербурга, который называется «Вселенная воды». Это скульптура водовоза. Встречает перед входом в музей воды. А это вот Санкт-Петербургская напорная башня. Когда ее отправили на пенсию, из нее сделали музей. Колодцы. Это вот фонтан около музея, символ вечной жизни воды. Рубрика «Народ России». Оленья упряжка. Самый древний и надежный транспорт в северной тундре. Оленья упряжка. Это нарты, легкие деревянные сани, в которые запряжены олени. Вот детей с самого детства учат управлять оленями. Это вот соревнования на оленьих упряжках. Рубрика «Поиграем. Веселые задания». Все, что относится к этому номеру. Так, ну и наша сборка карты. Тоже получается 40-й этап. Мы получили вот такую вот фигурку. Подставкой. Это вот фигурка оленей упряжки, часть первая. А именно олененок этот. Будем так назвать олененок.
потому что там мордочка как у ребенка оленя. Так, здесь такие вот две штучки. Прицепим. Вот. Вот тоже мы собрали ее. И на подставочку этого оленя. Оленья упряжка, часть первая. Вот рассмотрим этого оленя поподробнее, поближе. Покрашено хорошо. Фигурочка такая хорошая получилась. Так. Устанавливать будем этого оленя вот сюда, на эту часть карты. Ну что ж, переходим к нашей карте. Вот наша карта. Так она выглядит на 39 этапе сборки. Переходим к 40-му. И мы будем устанавливать... фигурку оленя. Всем привет! Всем привет! Да, фигурку оленя в оленьей упряжке у нас будет. Так, ну куда будем устанавливать ее? Помнишь? Да. Стреляла же по рисунку-то, да? Вот сюда. Вот сюда, да. Потому что здесь у нас будет вторая часть устанавливаться этой оленьей упряжки. Дед Мороз, да. Так, что, подержать тебе здесь? Да, я подержу тут. А как встанет? А вот. Туда, туда глубже. Не-не-не, вот так. Ага. И вот так вот. Вот. Вот вот так вот. Вот так вот, да, поставишь эти вот и направляющие. И в следующем выпуске так вот сюда будет. Да, и мы поставим сюда следующий выпуск, и будет у нас такой вот... будет такая двойная у нас фигурочка. Композиция такая, так скажем. Угу. Вот так теперь у нас выглядит карта. На этом 40-м этапе. Дождемся 41 номер, чтобы дополнить нашу такую композицию из двух фигурок. Ждем 41 выпуск. У нас на этом все. Спасибо за внимание. Добра вам и процветания.